Всем добрый вечер. Вы у меня на канале Елена Ро. Кто не подписан, приглашаю всех на мой канал. Ну, а у нас, значит, такой будет веселый вечер в плане, что завтра мы идем на шашлыки. У меня день рождения. 45, баба ягодка опять. Вот. Идем на шашлыки на природу. Идем семьями. Наша семья. Вот. Только, наверное, Аня не захочет идти. Ну, как бы ей со взрослыми будет скучно. А идет со стороны Пашиной Слава. А Настя. Настя не сможет приехать, потому что у них, у ее мамы будет 40 дней, они будут дома там поминать. Вот. И 12-го у нее тоже день рождения получается. Ну, то есть у меня 11-го, у нее 12-го, на следующий день. И приедет с моей стороны с брат родной, с женой. Мы пойдем куда-нибудь здесь на бережок, возле Тами. Ну, посидим, день рождения отметим. Вот, значит, я пришла после работы. Сегодня с утра достала мясо оттаивать. Вот, мясо оттаяло, сейчас буду мариновать. А специально купила как для шашлыка, еще там всякие у меня есть, еще всякие там приправы. Сейчас в интернете посмотрю, как что делать. Ну, я думаю, что неплохо. Еще у меня есть шашлык готовый, также вот уже практически оттаял, я из морозилки достала. Здесь рыба морской, окунь у меня там было тоже несколько штучек. Буду в фольге, завтра в фольге на огне. Ну, решетка есть. Вот, еще есть сардельки. Сардельки накупила. Еще вчера я их накупила. Ой, не сардельки, а эти купаты. 4 упаковки купатов. Вот, так что еще овощи купим, помидоры купим, огурчики. Ну, что-нибудь такое. Еще и спиртного тоже ничего не покупали. Вот. Так что сейчас буду мариновать, готовить. Я еще купила сыр. Так, чисто к винцу или к шампанскому. Посмотрим. Вот такие вот дела. Так что сейчас буду читать, как лучше замариновать. Я думаю, мясо оно будет в любом виде вкусное, на огне всегда вкусно. Еще хочу картошки докупить, прям 100 лет уже не ела картошечку на огне, я уже говорила. Вот, завтра с утра сходим в Ленту, если что, там где-то еще в Магните что-нибудь докупим, ну посмотрим. Вот, еще надо посмотреть одноразовую посуду, у меня оставались тарелки. Да, оставались тарелки. И надо посмотреть. И стаканчики. Стаканчики у меня, кстати, есть. А, ну типа стопок, короче, взять. Вот. Вот такие вот дела. Завтра у нас будет жара. 11 июня будет плюс 34. Солнечная, ясная погода. Вот, так что еще кто на пятидневке, у них будет 3 дня выходных, 12-й же день России. У меня всегда так перед праздником мое день рождения, и понеслось вот так. Вот, то есть отмечаем у меня, потом у Насти отмечаем, вот так у нас постоянно. Вот, что еще? Так что в следующем видео увидите нашу такую взрослую а-ля гулянку. Ну, я думаю, что все хорошо пройдет. На природе вообще всегда классно. Я прям предвкушаю. Хочу шашлыки на огне. Мы как бы редко ходим. И, блин, прям хочется уже. Вот так. Еще и погода очень радует. Ну, у нас сегодня тоже в магазине было дофига народу. А сегодня пятница. И вчера, в четверг, кстати, было тоже дофига народу. Все, видно, готовились к дачам, к предстоящим выходным. Вот, и все закупали. Алкоголь, шашлыки, все такое. Так что погода опять в Сибири. Недолго пробыла плохая погода. Ну все, мои хорошие, закругляемся. Все, пока-пока. Спасибо, что вы со мной. Вот, что...